Так, сделал, значит, предварительную разметку. Значит, бумага, ну, обои вырезаны под размер плитки 30 на 30. Дальше. Отмерил расстояние до середины двери. Так, опять вот здесь все фиолетовое, но это у меня камера такая. Вот, значит, отметил до середины двери. Будет у нас как бы симметрия по двери. Дальше, значит, от середины отложил расстояние до стены. Вот, это же расстояние отмерил на этой стене, но как бы я откладывал это понизу, мне нереально отложить, потому что там у меня, ну, короче, плитка там, извини, не доложена. Вот. Я откладывал здесь поверху расстояние. Но оно совпадает, я же проверял, тут все четко. Значит, дальше отложил расстояние я здесь. Отложил также, проверил расстояние отсюда и вот до сюда. В смысле, отсюда и отсюда. Короче, по этой части и по этой части. Ну, одинаково вообще, прям до миллиметра. Значит, дальше. Теперь остается мне что сделать. Значит, да, я потом выставил сюда вот нивелир. О, какое у меня все фиолетовое, прикольно. Выставил где-то здесь я нивелир. Направил, ну, совместил луч с этими прямыми. С прямой, которая вот здесь вот была, у меня очерчена небольшая, такая была прямая. Ой, показываю, небольшая была здесь прямая. Здесь совместил и со стеной совместил. И потом уже по этому лучу прочертил эту длинную линию и, собственно говоря, да, то есть, ну, дополнил эту линию и поставил здесь как бы плитку, ну, в смысле бумажку, обоину под размер плитки, положил ему, типа, чтобы был уголок. Дальше, значит, конечно, все это необходимо. Я пока сейчас просто хочу посмотреть, как оно все ляжет, где какие подрезы надо, куда, ну, смещать. Тут, в принципе, уже никуда не сместишь, но, может быть, там как-то на себя подвинуть или туда дальше подвинуть. Вот, хочу примерно прикинуть. И дальше уже нужно будет, конечно, снимать линолеум и убирать туалет, убирать трубы. Блин, ну, начну я с того угла класть, прямо оттуда. Конечно, да, нужно будет плитку сейчас доложить еще белую, эту настенную. Вот. Ну, там будет короб, если технически идти. Вот. Туалет будет по диагонали стоять у нас. И, собственно говоря, начну оттуда его класть, но надо вот рассчитать так, чтобы прийти сюда ровно в середину. Поэтому мне нужно предварительно, конечно, сделать раскладку. От стены 45 градусов, чтобы была повернута плитка. Ну, в общем, такой вот тут геморрой.